Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Ура, 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 ура. Сейчас у нас ужин. Ужин у нас, у нашего большого семейства. Кушаем мы сегодня картофельное пюре с котлетами говяжьими. Папа, давай накладывай. Какая вкуснятина. Кто первый? Так, у нас тут немножечко черри, немножечко огурчиков. В общем, все, что было, все, что нажили, все и то, и то. Только кушечки не бросили. Я не заставляю тебя скушать все. Сколько скушаешь, столько скушаешь. Да, папа, много не накладывай. Мало. А что ты, где сок-то? Сок на месте, съеди. Сок. Папа, давай тарелочку сок. Маме. Что-то сок где-то замыкал папа. И у меня все под рукой, у меня вот все схвачено. Папа, это сок. Сейчас, подожди. Я не поняла, сегодня что-то новое. Сока нет нигде, папа где-то его укуркулил. Я знаю, где он. Укуркулил, да. Ну что, всем приятного просмотра. Сейчас, подожди, дай сумму. Сколько такие же котлеты в втором классе были? А вкусу такие же. Да, тоже нравится. Не грамма свинины. А я тебе сок налил. Ты по скамейке? Сок. Давай. Ты его помыл хоть? Конечно же нет. Мама любит такие вопросики задавать. Ты помыл сок? А я люблю на вторую, давай. Кружку мне. А вот до сюда. Ну-ка, стоп. Скажи, когда стоп. Наверное, по самые края рискну предположить. Так, кушай. Я тебе не дам сом, если ты не будешь кушать. Спасибо. Да чего здесь подвинься? Вот мой. Там вот твой. А, что разница? Это одинаковый. Даже кружки. Да, все одинаково абсолютно. Даже кружки, поэтому никаких претензий. Так, кушайте мамины котлетки. Мне вот прям интересно, что же у мамы нашей получилось такого, а? И пробуй, и привыкай, которые у нас в школе такие почти каждый день давали во втором классе. С гречкой, с толченкой, с рожками. Слушай, что случилось? Лёха покусил. Ах ты мой маленький. Ладно, все у нас прошло, все хорошо. Я не пойму, что тут, наверное, такие сильно вкусные котлеты, что Паша решил вместо котлеты и вилку съесть. Ну чё? Там Лёша помидорку дала. Ну чё? Угу. Черри. Черрюха. А сок-то какой красивый. А ту помидорку, которую ты дала, он туда в угол закинул. Это что за сок такой, пап? Тоже фруктово-овощный? Ну я ж такой уже брал. Только... Папа, вот тот розовый вкуснее намного. Какой вкусный. Не, а мне это больше нравится. А мне тот. Там здесь не плавно. А я Паше дал на выбор вот эти три вида сока. Он выбрал вот этот. Мне тоже это нравится. У нас с Пашей вкус похожий, кстати. А мне больше нравится розовый, там где... Там свекла. Да. Да, если честно бы, кстати, если бы Паши не было, я бы взял свеклу. Тогда что бы. Что, как котлетки вам? Вкусно очень. Вкусно, да. Чисто говяжьи. Да. На школе давали без таких без корочек. Котлеты. А какие смыслы? Что значит без корочек? По вкусу такие, только без вот такой вот корки внутри, папа. Вот такой вот. А-а-а. Так, все интересно. Похоже. Леша к нам прибыл. Лешу видно? Ну, чуть-чуть, да, видно. Может, его ближе к себе подвинуть, будет лучше видно. Не, нормально. Ну что, Пашулька, как? Паша хоть одну котлетку скушал? Да, скушал уже одну котлетку. Молодец. Я же говорю, он была такая вкусная, что он вилку чуть не съел. А Паша, хоть скажи мне, как? Так тебе. Это знаешь что? Это коронный ответ Павлика. Это коронный ответ. Паша, маме не нравится, когда так говоришь. Угу, ладно. Блюдо все вкусно. Это строгая критика. Баблюд, да, все вкусно. Баблюд, нас... не вкусно. Баблюд, не вкусно. У нее только она каша невкусная. А цена вкусная? И лучше, чем у мамы, да? Да. Признала. Ой, какая критика серьезная. А ты тоже так считаешь? Даша.
Вот ты с бабой Ларисой сравнивай. Нет. Давай с бабой Ларисой сравнивай. Да, давай с бабой Ларисой сравнивай. Баба Люда, баба Лариса? Нет, баба Лариса и мама. Это сложный ответ. Одинаково. Ой, Даша, Даша. А если баба Лариса, если мама и баба Люда? Мама. Пошлите правду у бабушки, я отвечу. Давайте. Чё? А, баба Лариса или баба Люда? Баба Лариса. Даша дипломат. Это кто такой? Ты потом узнаешь. Папа никогда ничего не скажет, ничему не научится. Сама всему научишься. Ну да. Позвони, телефон не забыл. Даша, что-то не поняла, ты жрёшь? Да. Пошли, ты ещё котлеты? Пашка, расскажи, как ты сегодня это, в старшей группе занимался. Секрет? Ну, конкурент. Там у них две девочки занимаются, представляешь? На футболе две девочки? Да. И там три девочки. Две. Где там третья была? И подруга. Две. Две. Ты. Две. Где третья была? И вот эти. Там две. Одна была большая, другая маленькая. Это ее стала. Там еще одна была. Ну, маленькая это... С папой вообще. Там, если посчитать на трибунах, знаешь, сколько девочек было вообще? Ого-го. Вот девочек было ты, а мальчиков пять я посчитал. Вас было вообще 7 человек. 5 мальчиков? Что, готовили такие котлетки? Да, вкусовали. Очень. Ну-ка, на школе бы вкусно. Короче, ты же котлеты, только без кофе. Слышишь? Да. И вот в первой же на тренировке он его поставил самым сильным ихним. Ну, парнем, я так понял. Пашу? Угу. Да, ты чё? Паша там... Была, ну, правда, Паша 1-0 проиграл. Но Паша там, кстати, хорошо на него прям давил. Мы вычитали голы 1-1 и 2-2. Да, они играли 1-1 и команда на команду. И причем Паша там, кстати, вообще нормально сыграл. Мог бы даже, кстати, забить и выиграть. Слушай, Паша, ты, по-моему, будущий футболист у нас, нет? Будешь нашу сборную по России. Нет, он просто... Любит играть в футбол. Да, спасибо всем. Ого! Добавочки? Через папу пролазь. Ты видала, он съел, я даже не заметил, как он съел всю тарелку. Так он на футболе, он всю энергию свою потратил. Молодец. Какие самые любимые помидорки? Черри. Черри, да. Давай ее сюда. Подними. Тащи. Ты вылезти хочешь? Сок? Ну да. А вот сюда в тарелочку. Ух ты. Паша, маме такой. В нашем тополку прибыла. Маме, скажи спасибо. Индивидуально. А не всем спасибо, всем пока. Я тоже хочу. Нашли добавочку? Котлеточку? Котлет много получилось. Там еще это лежат. Папа, на работу-то возьмёт? Само собой. А в школе нам по одной даёт. По одной котлетке даёт. А что, добавки скажи, губ... подойди к полу. Чтоб губу не раскатывали. Скажи, можно добавки? Нет. Вот если кто-то у нас из школьников не ест эту еду, она полностью целая и так вот размешана, она улетает к другому человеку в животе. И кто же этот человек? Ну, бывает, что дети вообще не едят. Мама и все почти не едят. И вообще не едят бывает. Ну, во всем Галузе вообще не ест. Во втором классе вообще не едят. А что, он сытый, что ли, в школу приходит? Да. Он просто не любит, да, наверное, есть? Вот. Ну смотри, здесь лук, лук, батон в воде замоченный, замечу, в воде, не в молоке, вот, и соль, перец. Хочу заметить, мне этот рецепт я брала, Зона Лазерсона. Кто, что, не понял? Канал Зона Лазерсона, я уже первый раз. Не знаю такой. Ну, возможно, именно знаю. Там батон замачивается в воде. Самую маленькую улицу. Вот. Молоко можно и ни к чему. А что, вообще-то, ну, как бы, ужинать так вот плотно лучше не стоит. Ну, хочется ребенку. Ну, ладно, смотри сама. А, хочется? Ты бра. Нет, я вообще, что, как бы, уже поздний вечер, вот так вот прям наедаться, ну, до отвала я бы не стал. Главное, чтобы потом плохо не было. Это самое важное правило. Ну, это самое плохо, если я съем
всего 4 котлеты. А это всего вторая. Это третья. Они же маленькие, посмотри. Что ты смотришь? Ну, туда смотришь. Маленькие, грудные котлетки. Да, да, да. Я так и понял. Ну, кушайте, кушайте. А, кстати, новость. Подлей? На следующих выходных у тебя начнется тренировка. Ну, у тебя, у Павлика. Английского языка? Нет. С собачками? Да. На следующих выходных тренировка с собачками? Да. Здорово. Еще недельку надо ждать. Это тренировка будет. А зимой у нас Леша поедет на нартах. Возможно, кстати, да. Невозможно, да? Ну, если там... Первый кубок и первые медали будут у Леши у нас. Ну заходи сюда, будет. Давай, давай, садись. А, ну ему еще будет год. Еще двух не будет. Напрягай. Классно, чемпион. Вот чувствуешь, у него вот здесь чуть-чуть начало появляться? А у меня? Ну у тебя-то то, конечно. У Дашки тут вообще уже прям бицуха. Да, Даша очень сильная. Я ее уже боюсь. На 8 лет. Она крепкая такая. Она уже подтягивается. Саша, мне кажется, ты Веронику вообще одну левой заваришь. Ой, да ладно, ты сейчас начнешь. Я мизинцем ее завариваю. Она слабенькая, тоненькая, маленькая такая. Ой, я просто горжусь своим ребенком, то, что она такая прям 8 лет целюсь. Она там. А я горжусь, то, что она там кому-то в нос даст. Какой-то девочке худой. Ну что такое вообще, Настя? Главное, чтобы она постоянно. А что? Так, Даша тебе котлетку подбросила. Вот это вот, на котлетку. А, это панировочные, наверное, сухари, да, скорее всего? Да, да, да. О, еще пришел? Слушай, я думал, он просто так посидеть пришел, а он как за котлетой пришел. Она на школе только без корочки делает. А это... Без панировочных сухарей получается. Это панировка, да. На. На. Слушай, Алешке-то тоже, смотрю, сок-то понравился, да? Да, по чуть-чуть. Там кто? Тут перец, листья салата, киви. Потом щавель, киви, виноград, помидор. Вот этот помидор, вот. Яблоко. Да, врут, красного перца нет. Желтый помидор. Почему? Вон он, красный перец. Так, уже у нас это, броски в корзину. А это у нас будущий баскетболист. Давай почитаем. Если желтый, это Таиланд. Так, балаган, балаган. Все, сейчас, подожди, поставь кружку. Таиланд, кстати, это. Таиланд. А потому что... Ну что, дорогие друзья, у нас нет, кто-то затяжной мукбанг, у нас что-то все едят сегодня без остановки. Да, это действительно вкусно. Так, а ну что у нас тут и входит в состав? Смотри, сколько нас много. Салат. Когда у нас было двое. Так, капуста. Брокколи. Красный сладкий перец. Шпинат, шпинат, желтый томат, морковь и петрушка, фрукты, киви, яблоко, виноград, апельсин, ананас. Все, закончится список? Огласите весь список, пожалуйста. Все, я прочитал все, что закончите, там находится. Закончите, пожалуйста. Все, 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 я закончил все. Так, ну что, наверное, будем заканчивать уже? Она очень вкусная, только ты это еще хочешь. Ох ты моя! Ой, хватит, хватит, сын, на ночь много вредно. Снишка, да. Вот, там, ну что, давайте прощаться. Или что, только у вас все начинается, что ли, я не пойму. Ну что, будем заканчивать сегодняшнее видео уже? Ладно, друзья. Всем спасибо за просмотр. Котлеты у мамы во сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в наших следующих видео. Пока-пока-пока-пока.